1 июня в Тверском цирке состоялась премьера новой шоу-программы Тиграна Акопяна «Джанго». Представление открывает лазерное шоу, поражают воображение необыкновенные яркие декорации. Почти трехчасовая программа с первой до последней минуты не отпускает внимания зрителей. В программу, и это ее отличие от многих других, включены все цирковые жанры, а потому она не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей. На выступление воздушных гимнастов и эквилибристов публика смотрела с замиранием сердца. Воздушный номер «Ромео и Джульетта» с ангелами и влюбленными молодыми людьми завораживает не только романтиков, а сложнейший акробатический номер «На першах» был принят публикой с восторгом. У меня династия, вот, родители же и передали мне свой номер, который я сейчас работаю. Номер «Перши», он вообще единственный в мире. Это я могу точно сказать, то что больше такого нигде нету. В программе очень интересные животные. 70 голов животных мы привезли в ваш город. В основном животные из Африки. Это экзотика. В представлении принимают участие верблюды, страусы, дикобразы, питоны, крокодилы. Самая большая звезда – бегемотиха по имени Муха. При весе в 1,5 тонны она очень ловка и подвижна. И единственная из цирковых сородичей умеет делать трюки на качелях. Танцы цирковых собачек умиляют буквально весь зал. Лохматые бобтейлы и разноцветные баллонки срывают бурные овации. Гвоздь программы «Джанго» – обезьянки-пародисты, которые выходят на сцену в обликах Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Верки Сердючки и Анастасии Волочковой, а также в разных национальных костюмах. Есть в «Джанго» и балетные номера, акробаты на роликах и, конечно же, веселые клоуны. Поэтому программа получается насыщенная, красочная и праздничная. Понравилось вам? Да, понравился. А что именно понравилось? Кто понравился? Мне понравился бегемот, он очень прикольный и смешной. И добро пожаловать к нам, пускай к нам приходит цирк, посмотрит и оценит наш труд. Это очень красивое зрелище, 2,5 часа идет. Успеть насладиться уникальными номерами смогут все желающие. Шоу-программа «Джанго» будет работать в Тверском цирке до 7 июля.